Мы говорим вам здравствуйте. Доброе утро. И эту неделю начинаем с вами мы, Ассоль Мухаметзянова и Рустем Каримулин. Напоминаем, в России эта рабочая неделя будет короткой. Уже в четверг не выйдем на работу, а будем поздравлять мам, бабушек, подруг, сестер и дочек. А мы, мужчины, поздравим наших прекрасных женщин. Осталось совсем чуть-чуть. А вот в России сегодня отмечается очень интересный праздник – День театрального кассира. Так что, если у вас есть знакомые кассиры, поздравьте их. Но говорить мы сегодня будем вовсе не об этом, а вот о чем. Эволюция денежного древа. Где узнать историю денег? Ни в одном глазу. Что делать, если мучает бессонница? Кулинарная экзотика. Как приготовить курицу по-гавайски? Мы начинаем нашу программу с рассказа об очень интересной выставке. Давайте посмотрим вместе. В любые времена, от античности до сегодняшних дней, людей всегда интересовали деньги. Помня об этом, Елена Карташова, заместитель директора по научно-исследовательской работе острова Градус в Ярск, решила организовать выставку «Деньги любят счет». На ней любой желающий может узнать историю денег от древних монет до современных купюр. Яркий комплекс на выставке. Это бумажные денежные знаки, тоже из частной коллекции, предоставленные нам от периода правления Николая II, последнего российского императора, затем периода Временного правительства, гражданской войны и первых лет советской власти. То есть так деньги вот этого времени, вот эти бумажные денежные знаки, они буквально прослеживают историю страны. Большая часть экспозиции – это европейские средневековые монеты, а также монеты русского государства 11-12 века. Медные копейки, деньги, полушки. Есть еще копейки-чешуйки, найденные во время археологических раскопок в Свиярске. Названы они так из-за неправильной формы и очень малого размера. Одновременно с этой выставкой здесь проходит акция «Воскресать, умирать, жить», посвященная ученому и философу Льву Гумилеву. Это был человек с очень мощной жизненной энергией, с блестящей эрудицией, уникальными талантами. И человек, который вот вне времени, вне пространства, над всеми сложностями своей жизни, как бы поднявшись, он шел вот к своей мечте, любил свою родину, вот, был верен своим научным открытиям, истории, и в некабинетных условиях написал и оставил такой нам завет. Пройдя вот через всю вот изломы своей судьбы, в конце жизни он сказал: «Я все равно счастливый человек. Я был со своим народом, я переживал то, что переживал мой народ, я счастлив». В 6 городах России деньгам поставлены памятники, а также посвящены сотни пословиц, всем известные «Копейка рубль бережет». Выставка «Деньги любит счет» точно сбережет ваш бюджет, ведь вход на нее свободный. Мы продолжаем нашу программу, и у нас в студии первый гость – художник Николай Рябов, который в канун 8 марта представит свою выставку «8 женщин». Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, кто же эти 8 женщин, портреты которых представлены в доме музея Владимира Ильича Ленина? Ну, рядовые казанки, мои знакомые, одна иконописец, одна школьная учитель, одна чиновник. И то можно есть женщины продолжать. Разных конфессий, да, получается, да, и профессий? Ну да, да. Да. А как ваша выставка связана с легендой французского кино Катрин Денёв? Ну вот каким-то странным образом получилось, что связано. В 2007 году, когда она была в нашем городе, она захотела попасть в музей Ленина и там попросила оставить ее на несколько минут одну в комнате Марии Александровны. Что она там делала, понятно, ну, думала, наверное. Но когда я узнал эту историю, в памяти она засела, и потом вот в прошлом году нарисовал один портрет, потом второй, и друзья спрашивают, и что дальше, и сколько их будет, и зачем, и как-то вот все сложилось. Катрин Денёв, ее фильм «8 женщин», где 8 персонажей женских в заснеженном доме, и у каждой свой выход, некий свой монолог. И вот с разрешения в дирекции музея и такая маленькая камерная выставка 8 портретов в старом казанском заснеженном доме, она и случилась. А да. Ее портрет именно Катрин нарисовать не нет, они натурные. Не хотите, да? Я могу ее там боготворить, прочее, но мы с ней
к сожалению или к счастью, лично не знакомы. А, то есть вы пишете картины именно тех женщин, которых знаете лично? Для этой выставки, да, вот портреты, это натурные, моих непосредственно знакомых. То есть «Восемь женщин» — ваша работа — это некое такое отражение той работы, в которой снималась Катрин Данёв? Или это что-то похожее на это? Ну, это парафраз. Просто восемь женских ликов в заснеженном доме. И не более того. А вот какой ваш любимый жанр? Ну, наверное, натюрморт. Все же натюрморт? Да. А почему? Ну, специфика такая, все неподвижное. Можно отвлечься, можно сосредоточиться, а люди, да и вообще все живое движется. Это для некоторых прям непреодолимые препятствия. Но, тем не менее, выставка связана с живыми людьми, с женщинами, да? Ну, а, возможно, что-то объединяет всех этих женщин, кроме дружбы с вами? Ну, то, что они живут в Казани, то, что они живые, как минимум. То есть нас всех очень много объединяет, мы только этого не замечаем. Но все же творчество тоже, наверное, объединяет этих женщин, несмотря на профессию. Наверное. Я обязательно их всех спрошу, насколько они творческие. Что еще интересного можно будет увидеть на вашей выставке? Ну, музей Ленина сам по себе интересен. Это ведь выставка-бонус, не более того. Все, кто придут, смогут в очередной раз оказаться в этом пространстве и увидеть, как жила семья в 19 веке. Вот мать, дети, студенты. Очень актуальный для сегодняшних, в принципе, дней сюжет. В каких пространствах кубатура даже, может, кого-то удивит. А вот вы считаете портрет не очень модным жанром. А почему? Ну, видимо, субъективное мнение. Вот сейчас прям не скажу, много вы знаете сейчас портретистов казанских или людей, которые заказывают свои портреты. Сейчас пришла эпоха селфи, и оно съело, в принципе, этот жанр графического портрета. Но тут еще сейчас, вот, как вы сказали, многие селфи любят делать, да? Но, тем не менее, я вот замечала, что фотографию переносят на холст, скажем так, да? Вот, вернее, изображение. Тоже такое модное движение. Псевдозначительность, то есть это же имитация. Фотография должна остаться фотографией, а живопись живописью. Но это все равно, что брюнетка, которая выдает себя за блондинку. Согласна. Ну, что очень интересное сравнение. Спасибо вам большое. Мы желаем вам творческих успехов. И надеемся, что выставка пройдет, конечно же, с аншлагами. И спасибо, что вы сделали такой подарок всем женщинам нашего города и нашей республики. Спасибо вам большое. Ну, а сейчас мы прервемся на рекламу. Не переключайтесь. Доброе утро! Сейчас традиционное время гороскопа в нашей программе. Начинаем. Овны, сегодня не стоит инициировать интриги и ввязываться в чужие разборки. Дело может закончиться потасовкой. Если вы заболели, то, пожалуйста, вовремя примите необходимые профилактические меры, чтобы болезнь не перешла в хроническую. Многим тельцам сегодня хочется рискнуть в интересах дела или ради острых ощущений. Решайте сами, нужно ли вам это. Ну что, близнецы. Обстановку вокруг близнецов нельзя назвать спокойной, в ней явственно ощущается дух соперничества. Разногласия с начальником, партнером, деловым конкурентом могут дойти до стадии громкого конфликта. Пожалуйста, спокойнее. Раки. Атмосфера этих суток не располагает к долгим раздумьям. Если в ваши обязанности входит какая-либо активная деятельность, не снижайте темпа. Проявите оперативность, находчивость, изобретательность. Ну а теперь гороскоп для Льва. Ваша уверенность в себе может перейти в неоправданный авантюризм. Этот не тот день, когда можно рисковать. Мне кажется, вообще рисковать не стоит. Нужно это всегда делать осторожно. Да, и в нужное время. Девы, даже воздух вокруг вас насыщен грозовыми разрядами. Напряженность может исходить от других людей. Не исключено, что и вы добавите масла в огонь. Но наша программа продолжается. Время говорить о счастливых людях. Концерт Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай» надолго останется в памяти казанцев. Каждый выход его артистов на сцену яркий и самобытный. Были один год в Германии. Замечаем зрителей. Один человек очень, ну, на кресле
И он присутствовал на концерте. Потом второй концерт, они не в одном городе, там небольшие города, переезжаем, и он везде присутствует. И было удивительно и приятно, он это все так воспринимал. Через год, если я не ошибаюсь, коллектив поехал в Голландию и видит опять этого человека на концертах. Вот так вот воспринимал. На протяжении 28 лет, а именно столько, существует удмуртский коллектив. Они выносят на сцену подлинные образцы народного творчества и воспитывают в слушателях любовь к аутентичному искусству. Уникальная манера звукоизвлечения, богатые колористические находки. Все это артисты черпают у носителей традиций, бабушек из глубинки. Коллектив ансамбля не только бережно сохраняет традиции и культуру удмуртского народа, Айкай доказывает, что фольклор может звучать очень современно. Недаром коллектив славится своими экспериментами в области синтеза жанров. Мы работали как-то на День Победы, у нас был концерт большой, посвящен 70-летию, по-моему, тогда еще, да. И мы работали с молодым человеком, который читал рэп, а мы параллельно пели свои фольклорные мотивы. Кроме семейно-бытовых и календарно-обрядовых постановок, зрители увидели и промысловый фольклор. Целый цикл календарных обрядов в нашей программе представлен. Это и летние обряды, и промысловые обряды зимнего цикла. Каждый артист Айкай – и танцор, и певец. А музыканты играют на множестве инструментов. Вот он пример синтетического артиста, которому подвластны все творческие стихии. Прекрасно. Люди нашли свое счастье в творчестве, и мы желаем успехов и, конечно же, концертов и аншлагов. И продолжаем нашу программу. 20-летняя Сэм Харт страдает от нарколепсии, болезни, при которой нарушается ночной сон. Но зато случаются внезапные приступы непреодолимой сонливости днем. Мне кажется, у многих это случается. Но Сэм засыпает сразу после смеха или плача и бодрствует всего 3 часа в день. Причины развития заболевания у девушки до сих пор не ясны, и лечения от него не существует. Сейчас родители оборудовали для нее отдельную комнату, в которой девушка постоянно спит. Ну а мы продолжим тему сна, правда, с другой стороны. Что делать, если вы не можете заснуть? Вкусно и плотно поесть перед сном, погулять по клубам до утра или посмотреть телевизор часов до 3 ночи. Это вносит разнообразие в нашу жизнь и поднимает настроение. Узнаете себя? А спите по ночам вы хорошо? Трудности с засыпанием и ночные пробуждения еще с подросткового возраста Эльмиру Блинову довели таки до кабинета врача. С того времени, допустим, как я выключила свет, легла в постель 2 часа. Часа два, как минимум. Что при этом вы пытаетесь сделать? Я анализирую, допустим, прошедший день или какую-то встречу, которая предстоит мне на следующий день. Постоянно я анализирую, я думаю, и из-за этого, эти мысли у меня в голове крутятся, я не могу отключиться, просто не могу заснуть. Налицо признаки высокой тревожности. Что же делать? Обязательно должна быть проведена работа, эта работа складывается из и лекарственных препаратов, и из психотерапевтического воздействия для того, чтобы купировать вашу эту тревогу в течение дня. Да, можно просто принять таблетку от бессонницы, но получим ли мы ожидаемый результат? Пациенты принимают препараты, как правило, которые относятся к группе бензодиазепинов. Они быстро привыкают к этим препаратам. Возникает зависимость от приема этих препаратов. Они вызывают тоже дневные не очень хорошие состояния, повышенной расслабленности в мышцах, низкой концентрации внимания. Тоже, в общем, цепочку определенную зависимостей. Принимает корвалол или валкардин, такие препараты, которые... отнюдь вообще не действуют ни на какое сердце и являются препаратами, содержащими лекарственное вещество фенобарбитал. В дальнейшем это может грозить нарушением памяти. Пить лекарство до потери памяти, пожалуй, не стоит. Тогда может молочка с медом или прогулка перед сном, а кому-то теплая ароматизированная ванна поможет. Нужно соблюдать гигиену сна. Последние 2 часа перед сном не находиться при ярком свете, не смотреть телевизор и не сидеть за компьютером, потому что это как раз яркий свет. Глаза – это часть мозга, идет воздействие на мозг непосредственное. Если вы так мягко вошли в сон,
то вы также мягко из него и выйдете, потому что, в общем-то, волновая природа такая, если вы мягко заснули, вы мягко проснетесь. Наверное, все же необходимо заранее готовиться ко сну и ложиться до 12 ночи. Взгляните на таблицу ценности сна. Поспав часок в 7 вечера, вы почти выспитесь. А ложась в 21 час и поспав до 11, наберете целых 9 часов. А в 2 ночи можно и не ложиться. Организм все равно не отдохнет. Так что идеально отходить ко сну в 10 вечера и вставать не позже 6 утра. А вообще, нужно всего лишь отпустить страх перед бессонницей и позволить себе сладко заснуть. Ну, мы надеемся, наши советы вам пригодятся, и кто собирается спать, скажем, приятных вам сновидений. И в продолжение. 8 марта уже близко, и нам, мужчинам, пора думать, чем мы порадуем любимых женщин. В нашей кулинарной рубрике сегодня очень простой, но очень оригинальный рецепт. Смотри, может быть, и ты порадуешь свою половинку. Ну-ка, ну-ка. Для курицы по-гавайски возьмите 300 граммов куриного филе, 40 миллилитров молока, столько же воды, половинку луковицы, ананас, можно консервированный. Также вам понадобятся пряные травы, соль, сушеный чеснок. Ананас порежьте небольшими кубиками. Куриное филе порежьте также. Мелко порезанную луковицу пожарьте вместе с курицей 5 минут. Добавьте ананасы и продолжайте жарить еще 2 минуты. Добавьте воду, молоко, соль, специи и тушите 5 минут. Приятного аппетита! Как же это вкусно! Я прям чувствую этот аромат. Да, я точно знаю, что я обязательно эту курицу приготовить не смогу. Почему же? Мне кажется, ты справишься. Ты просто не веришь в свои силы. Я просто не очень не люблю ананас. Главное, чтобы твоя супруга любила. Но наша программа продолжается, и сейчас мы узнаем. Наши юные эксперты знают, для чего нам нужна... волшебная палочка. Я настоящую Пасху не видела. Зато у меня есть дома и гусиная палочка с резинками, подсевать, пузыриться туда-сюда и махать туда-сюда. Волшебная палочка – это такая штука, которую можно положить в карман или в коробочку. Она вот такая, чтобы с ней колдовать. На волшебной палочке волшебник сидит, и он, когда колдует, как лампочка горит. И блин превращается в лягушку. Волшебная палочка – это такая штука, колдует. Получаются разные птицы, разные зефоны. Она зовет, он зовет у феи в мультике у феи. Фея ходит с ней в магазин, покупает мороженое. Палочка нужна принцессе, чтобы наезжаться, а супе нельзя варить, а то сомается и помощник, как лягушка. У меня тоже есть волшебная палочка. Она замораживает волшебные игрушки. Она немножко настоящая и немножко волшебная.
Она ей вот так делает. И принц превращается в лягушку. А вечером превращается обратно в принца и обратно ей ложится спать. Волшебной палочкой кашвалить нельзя. Нужно только колдовать. Каля-баля, пшик. Сначала будет огонь, а потом чудо. Вот знаешь, Ассоль, если бы у меня была волшебная палочка, я бы прямо сейчас загадал. Снег растаял, все высохло и стало тепло прямо сейчас же. Для этого нужно Даниэль позвать. Чуть позже мы это сделаем. А вот чтобы узнать афишу программ ТНВ на сегодня, волшебная палочка точно не нужна. Смотрите и выбирайте. Осторожно. Ой. Осторожно, осторожно. Мам, нам учительница. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Полина Павловна. Что, Катюшка набедокурила? Нет. Я к вам за советом. А... Катюш, дверь прикрой. Проходите, пожалуйста. В коммуналке Марины Рощи, как и во всей стране, люди готовятся к встрече Нового года. Но праздник Трошину портит звонок Халина. Он просит найти мошенницу, которая выдает себя за генеральскую дочку. Смотрите сегодня в 12:00. История, знакомая с детства. Сказочный мир, тайны которого теперь откроются нашим детям. Колдуны и злодеи, волшебное перевоплощение и загадочные происшествия. Арабелла возвращается. Сегодня в 16:00. Акбарс готов покорить Амур, но поддадутся ли гордые хабаровчане? Узнаем сегодня в 19:00 на ТНВ. Да, наш коллега Даниор уже готов выйти на связь с нашей студией. Да, вот снег снова выпал, похолодало. Что же будет сегодня с погодой? Даниор, порадуй нас. Будут ли холода? Привет, привет, ребят, всем здравствуйте, доброе утро. Итак, в старину считалось, что именно в этот день, 5 марта, наряду с морозами наступает таки долгожданная оттепель. И детишки выбегают во двор, чтобы, возможно, в последний раз покататься на санках. Но не тут-то было. Сегодня в Казани температура воздуха днем составит минус 7 градусов, а вечером будет минус 10. И будет идти целый день, к сожалению. Вот такой вот достаточно сильный снег. Вместе с порывистым ветром, и поэтому те, кто за рулем, будьте осторожнее, потому что возможны снежные заносы и метели. Еще есть очень интересная народная примета этого дня, и она гласит, что в этот день запрещается смотреть на звезды. Представляете? Потому что... С наступлением марта звездное небо уносит все счастье куда-то далеко вместе с собой. Именно поэтому запрещалось смотреть. Еще 5 марта в образе падающей звезды можно увидеть злого духа, который спускается на землю, чтобы ночью лечь в постель к замужней женщине, у которой отсутствует мужчина. Поэтому я лично советую эту ночь провести со своей второй половинкой и оберегать ее. У меня на этом все. Всем отличного настроения, друзья. Греть себя, своих близких. Пока-пока. Пока, Даниэль. Спасибо, Даниэль. Так, сегодня на звездное небо не смотрим ни в коем случае. И супруги свои запрети смотреть. Обязательно. А вот насчет заносов он очень правильно сказал. Мне сегодня, вот я пока до работы добирался, так занесло, знаешь, а это я еще без машины был. Да? Да. Так ты осторожно, чтобы тебя, главное, не закопало где-нибудь снегом. Обязательно. Что ж, друзья, если вы хотите посмотреть повторы наших программ, то это можно сделать, зайдя на сайт www.tnv.ru. Также ищите нас ВКонтакте, и мы есть в YouTube. Да, это обязательно для тех, кто желает посмотреть повторы. Ну а сейчас? Сейчас небольшой блок рекламы, а впереди вы узнаете, и потом вы узнаете, как с помощью эфирных масел прийти в себя после долгой зимы. У нас в гостях будут ароматерапевты. Дождитесь нас. Здравствуйте! Сегодня 5 марта и время подумать о смене гардероба, более ярких цветах в одежде. Вполне уже можно начинать подыскивать модные весенние сапоги. Но сначала нужно прийти в себя после длинной зимы, поправить здоровье, улучшить настроение вполне можно с помощью ароматерапии. Вот только некоторые советы. Много
многие эфирные масла перекликаются в своих свойствах. Некоторые из них, наоборот, уникальны. Это видео – своеобразный гид по миру эфирных масел для начинающих, который отвечает на вопросы, что купить в первую очередь и как применять в косметологии. Начнем, пожалуй, с эфирного масла апельсина. Оно прекрасно очищает, тонизирует и возвращает упругость кожи. Обращаем ваше внимание на то, что в чистом виде эфирные масла цитрусовых использовать нельзя. Вы можете добавлять их в различные кремы и скрабы против целлюлита, а также в натуральные косметические масла, которые выступают базой-проводником для эфирных масел. Перед использованием любого эфирного масла обязательно внимательно ознакомьтесь с инструкцией и убедитесь, что у вас нет аллергии на тот или иной продукт. Эфирное масло лимона обладает антисептическими, детоксикационными и отбеливающими свойствами, великолепно смягчает кожу, помогает в борьбе с пигментными пятнами, может заживлять трещины, устранять ломкость ногтей и придавать волосам блеск и шелковистость. Эфирное масло розмарина уменьшает секреции жирной кожи, способствует сужению расширенных пор, выравнивает рельеф кожи, помогает сделать менее заметными шрамы и рубцы, а также в борьбе с угревой сыпью, обладает ярко выраженным антицеллюлитным действием. Масло чайного дерева является отличным природным средством от акне и угревой сыпи. Обратите внимание, что в чистом виде его ни в коем случае нельзя применять. Обязательно используйте косметическое масло-базу, выступающее проводником для эфира. Также у этого эфирного масла много противопоказаний. Обязательно с ними ознакомьтесь. Запахи, которые вырабатывает мята, оказывают на человеческий организм физическое, ментальное и эмоциональное воздействие. В составе эфирного масла мяты находятся молекулы, способные оказать воздействие на нервную систему человека, при этом корректируя эмоциональное состояние и физическую активность. Аромат эфирного масла мяты способен тонизировать уставший организм, восстановить силы и снять стресс. Так, всего одна капля масла, нанесенная на виски без растирания, поможет вам избавиться от головной боли, а при использовании с базовым маслом помогает в борьбе с расширенными порами. Ну и, конечно же, эфирное масло мяты незаменимо для расслабляющей ванны. В качестве проводника советуем использовать молоко. А у нас в гостях обещанные гости Екатерина Мартынова и Ангелина Столярова, специалист по ароматерапии. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Тут доброе такой утро. У нас аромат, просто вот жалко, что телезрители сейчас не слышат. Невозможно вот передать. Да? Расскажите, пожалуйста, с помощью каких ароматов можно создать весеннее настроение? Ну, совершенно верно, да. То есть даже вот когда мы говорим с людьми, да, они говорят, чувствуется, весна пришла. Они так вздыхают, да, так... Чувствуется, то есть они какой-то аромат именно ловят. И хочется и дома создать, да, и где-то, например, в офисе, да, чтобы было такое именно весеннее настроение. Особенно, постоянно... когда за окном снег лежит. Да, 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 совершенно верно. И советуют использовать для этого цветочные масла и цитрусовые. Вот, пожалуйста, это аромат грейпфрута. Так. Он вам придаст бодрости. И тут же секрет маленький скажу, да, что если в духах у женщины, у девушки есть аромат грейпфрута, то она в глазах мужчины выглядит на 5 лет моложе. На целых 5 лет. Ой, кто это? Я не узнаю вас, девушка. Вот, потому что и вот такой еще вам один тогда вот аромат. Это именно цветочный, это аромат розы. Ой, это я люблю. А так, в принципе, вы можете использовать все эфирные масла, масла цветочных и цитрусовых. А Соль, могу ли я просто предоставить вот себя нашим гостям? Я не могу, да, уже разговаривать. Да, конечно, ты давай наслаждайся, а я у девушек спрошу. А вот главные ароматы для придания бодрости после долгой зимы? Ну, у нас есть очень интересная смесь для этого. Это розмарин. Так, интересное масло, оно даже позволяет увеличить память на 65%. Если вы будете его вдыхать. У меня как раз флешка заполнилась, так, здесь. Держи, это для тебя. Это эфирное масло мяты, которое бодрит, обладает сильным антибактериальным эффектом. И лимонграсс. Вот это был розмарин, а это? Это была это мята. И лимонграсс. И если вы сейчас полосочки вставите веером, то вы услышите букет. И эта смесь восстанавливает очень хорошо, помогает после депрессии, после упадка сил и после сильной тоски. Она придает сил и мобилизует организм. Слушайте, действительно, у меня прямо чувство, я хочу открыть бизнес, я хочу творить, я хочу снять фильм. Давайте еще раз повторим, какие масла нужно использовать? Розмарин, мята, лимонграсс. Можете их использовать в равных пропорциях. Розмарин, мята, лимонграсс. Да, мята перечная. А как использовать масла? Вы можете это накапать... Допустим, в попурри
если, например, бы у вас здесь стояла, например, сухоцветы, вы бы одной капли могли. Либо в аромалампу, метод испарения. И вообще метод ингаляции, он, наверное, один из самых сильных, когда аромат попадает именно, как вот мы разговаривали, непосредственно в мозг, вдыхая, в обонятельному нерву. Да, поэтому такой мгновенный эффект. А могут ли ароматы помочь в борьбе с какими-то простудными заболеваниями? Вот сейчас вот весна, и многие заболевают. Хочется как-то вот так вот. Еще и вкусно, и полезно. Вот здесь они вообще работают как бы на раз, два, три. Они здесь большие специалисты. И даже, например, эвкалипт, он может поспорить с некоторыми медицинскими, химическими компонентами. Вот, например, эвкалипт. Так. То есть он отлично работает с дыхательной системой, прочищает нос. Вот я чувствую, у меня прочищается. Да, есть вот такие назальные ингаляторы. Туда можно закапать всего лишь одну капельку эвкалипта, одну капельку мяты. Нет, у меня бизнес. Вот, носить с собой и несколько раз вдыхать в день, и тогда никакого насморка не будет. То есть долго не выветривается, да? Это чудесный букет, я не могу остановиться. Я не знаю, что со мной будет после эфира, но мне кажется, я... Откройте бизнес. Мне кажется, сегодня что-то. Хорошо, еще один актуальный для весны вопрос. А можно ли с помощью ароматов похудеть? Ничего себе. Слушай, вот это, если вы скажете «да», вы меня очень сильно удивитесь. Мы скажем «да». И причем это можно сделать очень вкусно, потому что для этого мы будем использовать эфирное масло ванили. А соль, пожалуйста, а соль. Делись тем, кому это надо, прошу тебя. Хорошо, бери. И тоже метод вдыхания. До еды, во время еды и после еды по одному разу. Если вес сильно избыточен, то это можно сделать до 300 вдохов в день. Ваниль помогает бороться с пристрастием к сладкому. То есть она насыщает эту потребность, и поэтому вам не хочется есть. Так, очень полезно. Это очень интересно. Скажите, пожалуйста, а вот детям можно ли вдыхать аромамасла? Какие-то да, а какие-то, конечно, нет. На разные масла существуют ограничения. Вот, допустим, мяту, которую вы уже слушали, нельзя использовать до 6 лет, потому что она плохо воздействует на мозг ребенка. И вообще, вот даже есть информация до года. У нас вчера была ароматерапевт с семинаром. Она рассказывала, что в Британии даже до года стараются, приходят к тому мнению, что не использовать эфирные масла вообще. Использовать гидролаты, так называемые цветочные воды. А вот, например, вот ваниль, вы сказали, потребность в сахаре. Как бы уменьшает. Сладком. А вот, а детям можно ванить? Детям... Чтобы я возле кассы, когда он начинает шоколадку просить, держи, и тихонько увел его из магазина. Можно ли так сделать? А сколько лет ребенку? 4 года. Можно, да? Так, все. Типа, улом, смотри, вот давай раз, оп, и мы уже дома. Знаете, добавлю, да, вот есть, например, эвкалипт, который вы сейчас послушивали, а есть такой эвкалипт лимонный. Он такой с легким оттеночком лимона. Вот его тоже детишкам можно. Да его даже лучше. От чего, для чего? Это может ли успокоить? Есть же момент, когда у ребенка резкий вброс адреналина, и он начинает не просто быстро бегать, а вибрировать прям вот. Можно ли успокаивающее что-то? Можно, да. Давайте тогда вот лаванду, да, посмотрим. Как раз вот, да, лаванда. И знаете, в нашей аромашколе у нас есть такой секретный массаж. Он называется М-техника, когда как раз используется в таких случаях, или когда стоит к врачу ребенок и начинает вот истерить, да? То есть ты ему ничего не говоришь, просто там ему говоришь да-да-да-да-да. И делаешь быстренько легенький такой массаж, и ребенок сразу сам успокаивается. Это лаванда? Это лаванда. Горная лаванда. Просто прямо можно уйти куда-то, если просто закрыть глаза. Ну, очень приятно, что вы так реагируете на эфирные масла. Я думаю, он уже... А это нормально, что мы так реагируем, или это... Это прекрасно вас это характеризует. Ой, классно. Он уже решил, мне кажется, что дарить любимым женщинам на 8 марта. А можно мне вот такой вопрос. При двери 8 марта хочется держать свое жилье особенно там как-то благоухающим, и чтобы была красота везде. А можно ли использовать эфирные масла в качестве дезинфекции, вот при уборке, например? Вот такой вопрос. Да, может, можно. Да. Совершенно верно. Вот эвкалипт, который у вас листочек уже где-то есть, да? Да, есть, явно. Когда, значит, вы ведерко воды налили, немножечко в чашечке соли кладете, капаете несколько капель эфирного масла эвкалипта, соль кладете в воду, она там размешивает эти эфирные масла, и вы начинаете убираться. Получается дезинфекция помещений, приятный, свежий такой, как вот озоновый, как будто вы где-то в горах находитесь, такая чистота, да. И если это делать в бизнесе, в офисе, это быстро приводит клиентов. Это очищает энергетику, и прям вот клиенты чувствуют, понимаете, у нас просто, да. А подскажите, такой секрет вашему бизнесу. Подскажите, вот мне очень интересно, у меня есть самый любимый в жизни мой запах, это запах вот после дождя, вот как на улице, как земля после дождя. Есть ли какой-то, я не скажу аналог, ну что-то близкое к этому.
А вот эвкалипт, можешь там это напоминать? Эвкалипт напомнит мне, что я сейчас увижу коалу, скорее всего. Ну, он дает именно вот эту чистоту, такой вот озон такой, да. Это эвкалипт. Да, эвкалипт. Я запомню. А можно ли эфирные масла добавлять вот в кремы? А вот, например, чтобы вот придать более как бы насыщенный, скажем, эффект крема. Ну, вот в косметологии используется? Безусловно. Но крем для этой цели должен быть натуральным. Потому что эфирное масло имеет очень тонкую молекулу, маленькую. И оно тащит за собой вредные ингредиенты внутрь клетки. Допустим, если парабеновые консерванты, да, самый такой простой пример, и это вы получите токсин. Поэтому либо вы берете какой-то очень качественный крем, вот, либо делаете масло, массаж маслом. То есть можно, да? Да, конечно, безусловно. Спасибо вам огромное. Вы действительно нам придали такое настроение. Уже все, прям почувствовали мы весну. Поздравляем вас с наступающим праздником женским, конечно же. И радуйте себя, радуйте окружение вот такими прекрасными ароматами. Спасибо, Асоль. Аромат вам настроение сегодня. Шикарный аромат настроения благодаря вам. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну а мы встречаем Камилу Хакимуллину. Она расскажет нам о культурных событиях, которые произойдут в нашем городе сегодня. Доброе утро! Сегодня 5 марта и с вами Камила Хакимуллина. Начинаем новую неделю с интересных и увлекательных событий. Например, сегодня в Казани выступят легендарные люди. Внимание к сюжетам! Бит-квартет «Секрет». Ленинградские аксакалы рок-н-ролла отмечают 35-летие в золотом составе. Основанный на заре 80-х, бит-квартет «Секрет» в годы расцвета гастролировал по всему СССР. Но, к сожалению, квартет распался. В честь 35-летия четверка в составе Леонидов, Фоменко, Заблудовский, Мурашов отправится в европейское турне, самое масштабное шоу которого покажут на родной земле. Необычное прочтение классической истории «Ромео и Джульетта». Сюжет с истинно рок-н-ролльной динамикой передается в брутальном переводе Бориса Пастернака, а музыка вдохновлена неаполитанскими мотивами и произведениями Чайковского и Прокофьева. Образ Ромео, как идеального влюбленного, постановщики постарались сделать максимально мужественным. Несколько смещены акценты и во взаимоотношениях других шекспировских персонажей. Спектакль не только о вражде семей, но и о проблеме отцов и детей, Джульетты и ее родителей. Не пропустите эти великолепные события, но это еще не все. Советую посетить вам замечательный концерт сегодня вечером в Казани. Смотрим! В канун 8 марта Казань приглашает на праздничный концерт. В этот вечер для вас поют Расим Низамов, Гульнара Габидуллина, Айгуль Бариева и многие другие. Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи! Спасибо большое, Камила. Я думаю, действительно есть из чего выбрать, и довольно подробный рассказ мы видели. Сейчас напомним, какие программы вы сможете посмотреть сегодня на нашем канале. Афиша программ ТНВ. Осторожно. Ой. Осторожно, осторожно. Мам, нам учительница. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Полина Павловна. Что, Катюшка набедокурила? Нет. Я к вам за советом. Катюш, дверь прикрой. Проходите, пожалуйста. В коммуналке Марины Рощи, как и во всей стране, люди готовятся к встрече Нового года. Но праздник Трошину портит звонок Халина. Он просит найти мошенницу, которая выдает себя за генеральскую дочку. Смотрите сегодня в 12:00. История, знакомая с детства. Сказочный мир, тайны которого теперь откроются нашим детям. Колдуны и злодеи, волшебное перевоплощение и загадочные происшествия. Арабелла возвращается. Сегодня в 16:00. Акбарс готов покорить Амур, но поддадутся ли гордые хабаровчане? Узнаем сегодня в 19:00 на ТНВ. Да, мы действительно болеем за нашу команду, болеем за Акбарс. Вчерашняя победа оставляет надежду и на сегодняшний матч. Потом начнутся выезды, потом будет очень сложно, уже будет не дома играть. А сейчас продолжение астропрогноза. Начинаем. Весы, будьте готовы проявить активность и сообразительность. Привычные дела придется выполнять в ускоренном темпе. Не исключены ситуации аврала. Но все же неделя-то будет короткая, и за 3 дня нужно успеть все свои дела разложить по полочкам. Скорпионы, вы можете столкнуться с непредвиденными проблемами. Пытаясь вложить деньги в какой-либо проект, найти основной или дополнительный заработок, впрочем, благодаря четко разработанному плану и проницательности,
зависимости. Многие скорпионы отделаются легким испугом. Это вполне... Испугался и забыл. А я вполне себе хорошо. Ну, а сейчас гороскоп для стрельцов. Для раздумий почти не остается времени. Ваши желания сейчас особенно остры и сильны. Действуйте! Действуй. Ладно, хорошо. Давай, можно я так отвечу и все? Да, хорошо. Козероги, в течение всего дня вы можете испытывать внутреннее беспокойство. Старайтесь сохранять душевное равновесие и делайте лишь необходимое. Ну, конечно. Классный гороскоп. Конечно. Все спокойствие, только спокойствие. Водолеи, гороскоп для вас. Сегодня у вас день авантюр и приключений. Неплохой момент для экспериментов и поиска новых путей, к чему водолеи имеют особую слабость. Но не забывайте, что любое начинание сегодня может принять весьма критический оборот. Рыбы. Звезды советуют отказаться от агрессивности, остерегаться конфликтных и травматичных ситуаций. Самые прекрасные порывы будут иметь неприятные последствия, если вы не сумеете держать себя в руках. Ну, в любом случае, всем представителям всех знаков мы желаем отличной недели, но наша программа на этом завершается. А вот что вы увидите завтра. Какие цветы будут в моде этой весной? И как правильно оформить букет? Без рецепта. О вашем здоровье расскажут ногти. В стиле. Что такое глэм-рок? Завтра в 8-10 утра мы ждем вас у экранов телевизоров. Мы вновь вам скажем здравствуйте. Ну а пока желаем удачного начала рабочей недели. Еще раз напоминаем, что неделя рабочая будет короткой, всего 3 дня, а потом женский праздник наш день. Да, да, приближается 8 марта. Я думаю, эти 3 дня нужно ударно поработать, чтобы потом уже, как полагается, отметить международный женский день. Мужчины, не откладывайте покупку подарков на последний день. Ну что ж, встретимся завтра. С вами были Рустем Каримулин и Асоль Мухамедьянова. Мы вас любим. До встречи. Пока-пока.